Срез воды. Каталло предложил зайти сюда за припасами по дороге к парому. Мой отряд скоро выдвигается. Ага. Отряд велика. Как успехи? Парши меня обманули. Ладно, срез воды позади, значит, надо идти на запад, на побережье. Паром Квен где-то там. Чужеземка, это твой шанс поторговать.
Из-за снега у меня вся одежда отсырела. Замечательно.
Холода она станет хрупкой. Мне надо проверить все мертвые машины. Вдруг у них окажутся нужные детали. Здесь нет нужных деталей. Надо поискать в другом месте.
напасть на Рощу? Ты заслужила меня. Может быть, ты видала, что скрипкалы можно справиться? Они к ними. Ты заслужила. Хочу к маме. Тише, она придет. Пригляди за ней. Она больна? Ты Элой? Да? Идем со мной. Я Атека, предводитель клана Долинников. Зелла, эта девочка, отравилась кровопутом. Много месяцев назад он завелся в наших реках и лишает нас еды и питья. Мы привыкли как-то справляться с ним. Недавно, без особых причин, эта дрянь пропала с земель Долинников. Но наша река все еще красная, как вена гниющего трупа. Значит, вода тут не очистилась? Именно. Я послала отряд во главе с матерью Зеллы на поиски причин. Но они не вернулись. Хикара сказал, что ты успешно выступила против Регалы на Кульруте. Спасла ему жизнь. Не откажи мне в услуге. Вместе мы найдем мой отряд и источник яда в воде. Вы с Хикару хорошо знакомы. Он был предводитель, а теперь мой вождь. Я служила в его отряде, когда мы были еще совсем юными. Тогда он был беспощадным воином. Был готов растерзать врагов клана Долинников. Я была с ним, когда он захватил Рощу. Стояла на страже, когда он предъявил права на трон. Он был завоевателем. А потом стал борцом за прекращение нескончаемой вражды между кланами. Увидев послание Фарадей. Да. То видение изменило его и его взгляды на мир. Он стал первым вождем, правителем всех Тенакт. И направил силы племени на борьбу с машинами, а не друг с другом. Если ты так близка с Хикару, почему не стала шерифом? Я хотела им стать, но... Хикару нужен был надежный предводитель для родного клана. Сдерживать амбиции пустынников и небесников – и так непростая задача. Но он не просто дал мне власть. Я сражалась за эту честь согласно обычаям. 5 дней крови и шрамов. К последнему закату я осталась одна. И стала предводителем. Почти 20 лет минуло. Этот кровопут... Так вы зовете красные водоросли? Да. Пару лет назад в реке было видно лишь красную полоску. Но со временем это ядовитое пятно разрослось. Яд отравлял тех, кто выпьет красной воды, и рыба пропала. Но недавно, без всяких причин, реки стали очищаться. Все, кроме одной. И поэтому наши люди продолжают умирать, а клан слабеет. Я помогу найти пропавший отряд. Славно. Тогда пора в путь. Нужно избавиться от кровопута, чтоб люди не страдали. Мы пойдем вдоль Красной реки. Отряд шел тем же путем. Возможно, мы найдем их следы. Готово? Выдвигаемся. Мы начнем с устья Красной реки. Годами кровопут не щадил никого. Болели и крохотные дети, и сильные воины. Когда другие реки очистились, я подумала, что проклятию конец. Но надежда была тщетна.
Разберемся, что к чему, Атека. Обязательно. Устье реки там. Пойдем вверх по течению, найдем источник отравы. И отряд тоже, надеюсь. Я за тобой. Машина лежит здесь недавно. Эту машину сразили точным ударом. Должно быть, это мой отряд. Бил силой десятых. Отряд, похоже, пошел дальше. Идем вверх по реке. Там кто-то сражается. Видимо, отряд попал в беду. Пропавший отряд. Вот мой отряд. Нужно разобраться с теми машинами. Поджигать ее нет смысла. Начали! У нас подмога! Отряд! Все сюда! Предводитель и защитница вождя, вы пришли как раз вовремя.
Элой, хороший бой. Атека, это были непростые машины, прирученные мятежниками. Регала, еще одна напасть для нас. Как это началось? Мы пробили себе путь сюда и нашли вот это. Решили осмотреться, но когда начали подбираться, напали машины. Они патрулировали местность. Куча мертвых машин, отравленная река и мятежники Регала. Это не совпадение. Согласна. Отдохни и возвращайся в колючую топь. Малышка Зелла ждет тебя. А мы с Элой разберемся здесь. Да, предводитель. Если там мятежники, стоит ждать засады. Мы разберемся с любой угрозой. Ты со мной? Поищем путь наверх. Иди вперед, Элой. Нам наверх. Похоже, придется подняться на водопад. Прямо через кровопуск. Ну, давай. О, вода пахнет гнилью. Придется привыкнуть. Вот это мерзость. Все руки запачкала. Только не сорвись. Это отличный совет. Так много мертвых машин. Свежая вода лилась мощным потоком. А теперь лишь ручеёк отрава. Хорошо. Слышишь? Здесь машина. Лагерь мятежников. Сколько машин. И все убиты. Та запруда мешает свежей воде
грести водоросли из реки. Но сперва надо разобраться с мятежниками. Двое против всех. За долинников. Мы еще поймаем эту восточницу, и вот тогда ей не поздоровится. Сколько машин, и все убиты. Та запруда мешает свежей воде унести водоросли из реки. Но сперва надо разобраться с мятежниками. Двое против всех. Это может пригодиться. За долинников. Не проморгайте машины или долинников. Мятежников. Сколько машин, и все убиты. Та запруда мешает свежей воде унести водоросли из реки. Но сперва надо разобраться с мятежниками. Двое против всех. Не спать, за долинников. Не проморгайте машины или долинников. Работать.
Значит, она не любит воду. Пусть долинники сунутся. Паша. Одни клык и вмиг спалит. Тише, Атека. Я тут совсем один. Я точно что-то видел. Если бы Регала захватила рощу, все бы уже закончилось. А, никак не привыкну к этой вони. Thank you.
Если выстрелить сюда в нужный момент, можно резко повысить свои шансы. Хочешь подраться? И как я с ним смотрюсь? Последний. Что мятежники тут делают? Сейчас узнаем. Давай осмотримся. Кажется, я что-то заметила за запрудой. Взгляни поближе. Главное, снаряжение не оцелело. Приманка для машин. Теперь ясно, откуда их столько. Но зачем она тут? Может, визор подскажет? Мятежники тут серьезно обустроились. Тут должны быть какие-то следы того, чем они занимались. Я видела водопад, какой-то механизм. Я видела какой-то механизм на утёсе у водопада.
может... Мы там что-то упустили? Это может помочь. Это сообщение от одного из сынов Прометея. В нем сказано, что мятежники хотели уйти, но после очищения воды решили охранять заходы. Им подвернулась удачная возможность.
Один залп может нанести немало урона. В роще на арене есть такая штука для стрельбы по машинам. Подожду тут. Сломанные машины и разбитые детали захватчика для перехвата. Мятежники их тут испытывали? Значит, все эти мертвые машины — плоды неудачи? Кажется, наверное. Подлые трусы! Хотели отравить нас всех! Запруда! Как ее сломать? Посмотрим. Надо осмотреть запруду визором. Может, найду слабое место. Просканирую запруду, поищу уязвимое место. Надо осмотреть запруду визором. Может, найду слабое место. Просканирую запруду, поищу уязвимое место. В одной машине в запруде есть взрывоопасный контейнер. Один удар, и все взлетит на воздух. Надо только добраться. Можно оттянуть часть запруды и обнажить этот контейнер. Кажется, я там не пройду. Можно оттянуть часть запруды и обнажить этот контейнер.
Вернись, Элой! Можно оттянуть часть запруды и обнажить этот контейнер. Нужно оттянуть часть запруды и обнажить этот контейнер. Кажется, я там не пройду. Можно оттянуть часть запруды и обнажить этот контейнер. Вернись, Элой! Можно оттянуть часть запруды и обнажить этот контейнер. Можно оттянуть часть запруды и обнажить этот контейнер. Можно оттянуть часть посуды и обнажить этот контейнер. Вот контейнер. Один точный выстрел, и все рванет. Но я не могу обнажить. Баллиста! Эй, Атека! Сможешь подняться? Стреляй, когда я уберу защиту. Оружие мятежников разнесет их же запруду. Отлично. Сработает. Держи! Вот это полет. Ха-ха. Готово. Он ушел. Наконец-то. Кровопут исчез из нашей реки.
Спасибо, Элой. Вернусь в колючую топь. Встретимся там. Я награжу тебя, как полагается. Колючая топь. Мятежные шпионили за ними. Можно спланировать вниз. Похоже, вода тут и правда очистилась. Поищу Атекку. Ты делаешь мне честь, Райк. Прими нашу дружбу. Кто желает сыграть в стычку? Так, что было непонятно, где начинается... Элой, я тут рассказываю всем о твоих подвигах. О наших подвигах. Я была не одна. Это правда. Оглянись. Колючая топь свободна от кровопута. Нам больше не нужно бояться отравы. В первый раз за долгие месяцы мы можем омыть наши раны свежей водой. Как ты себя чувствуешь, Зелла? Готова к охоте! Пока нет, юный воин. За твою смелость я обещала тебе награду. И не могу придумать ничего более подходящего. Спасибо. Куда бы ни завел путь, Элой... Пусть крылья десятых вознесут тебя в небо. Добрый вечер. Кто-нибудь хочет сыграть в стычку? Видели бы вы... Да будет острым твой клинок.
Ладно, надо переплыть на остров и найти причал. И Альву. Крепость, из которой по мне стреляли, наверное, защищает паром. Ау! Есть тут кто-нибудь? Никого. Странно. Что ж, значит, никто не помешает мне взять лодку. Переправы тоже никто не охраняет. Где вся Квен? Наверное, в причале. Надо найти его. Где-то на северо-востоке. Сигнал посылал длинноши. Хорошо. Надо быть начеку. А?
Похоже, глимнши не функционируют. Может, визор что-нибудь подскажет? Смотрю на повреждения. Нужно нырять, проверить, какого рода повреждения. У меня есть огненные снаряды. Детали длинной шеи должны быть где-то наверху. Нужно лишь до них добраться.
уже не выйдет. Морозить ее бессмысленно. Не там ли детали с того затонувшего длинношея? Одна есть, ищу вторую. Скоро она бросит поиски. Я могу перехватывать больше. Надеюсь, это отучит их пикировать на меня. Вторая деталь. Вот и все. Теперь нужно забрать деталь. Несу их назад к длинношею.
Приближаюсь. Thank you.
Сан-Франциско. Город, полный разрушенных башен. И где-то здесь под песком Фиби. Надеюсь, Альва и другие Квен помогут их найти.